Продолжается сезон гастролей. В «Апатиты» приехали московские артисты. Театр Алексея Рыбникова с постановкой, проверенной годами. Но представление прошло не так безукоризненно и ярко, как ожидало большинство зрителей. В этом убедились Ольга Осадчая и Владимир Иницкий. Одна из самых прекрасных и драматичных историй любви, основой для которой стали реальные события. Известнейший российский мюзикл «Юнона и Авось» вновь на апатитской сцене. 6 лет назад театр Алексея Рыбникова, автора музыки к произведению, приезжал на Кольский полуостров и покорил зрителей. Великолепный голос и обаяние графа Рязанова в исполнении артиста Валерия Анохина запомнились навсегда. Многие из апатитчан пришли вновь смотреть мюзикл именно из-за него. Но их ожидания не оправдались. Граф Рязанов за прошедшие годы ощутимо сдал. Кончины жены моей новопредставленной Анны, составлявшейся блаженство дней моих, сделала всю жизнь для меня безобразным. Впрочем, новый исполнитель Николай Дроздовский не менее талантлив, несмотря на другой типаж. Уже начало свершаться чудо – перенос зрителей в начало 19 века. Но неполадки со звуком вынудили прервать спектакль. Однако узнаваемые любимые песни все же прозвучали и также тронули сердца.